Всем привет, с вами Росси, и это видео по серверу Rolly Game Online в игре GTA 5. И сегодня мы с вами рассмотрим такие крутые вещички, как инвентарь и меню игрока. Я, кстати, не зря одет в полицейскую форму, это мы потихонечку разрабатываем фракцию полиции для нашего сервера. Давайте, пока будем кататься, я вам немножко расскажу за инвентарь и за меню игрока, и, соответственно, потом вам на примере за это все конкретно покажу. Значит, в инвентарь у нас входит пока на данный момент около 20 предметов. Каждый из этих предметов вы можете, соответственно, передать, использовать, выбросить. Деньги, точнее, валюта сервера, деньги, они в основном тоже относятся к непосредственно предмету. То есть вы также их можете выбросить, также их можете передать. Некоторые предметы можно купить в магазине, некоторые предметы можно будет добыть, выполнив определенные действия. К примеру, там, словить рыбу, там, или подобрать бутылку на улице, да, и так далее. Также, что немаловажно, мы как бы думали по поводу того, стоит ли делать какое-нибудь ограничение на количество носимых предметов, типа добавлять вес или добавлять еще какую-нибудь там хрень. Ну, пока как бы остановились на том, что просто есть понятие самого предмета, есть к нему описание, есть функционал по поводу передачи этого предмета, по поводу того, что предмет можно было выкинуть или использовать. И, соответственно, есть их количество. Для того, чтобы открыть инвентарь, нужно нажать кнопку Home. Как вы видите, вылазит инвентарь. Здесь есть подсказка, что нужно выбрать пункт меню. На данный момент у нас в инвентаре только два предмета. Это сигареты и зажигалка, соответственно. Выбор самого предмета происходит путем нажатия клавиши Enter. Как вы видите, у нас количество сигарет 18. Идет общая информация, что это сигареты марки Redwood. Табачные изделия, курение убивает. Такой, знаете, как Минздрав, грубо говоря. И, как вы видите, есть возможность использовать, передать и, соответственно, выбросить. Давайте сейчас с вами выйдем из машины и попробуем, к примеру, сигарету выбросить. Я как бы покажу, что это не фейк, что это не просто нарисованная картинка, а то, что система действительно работает. Смотрите, мы с вами берем, выбираем сигареты. Как вы видите, их 18 штук. Выбросить. И, соответственно, мы сигарету выбрасываем. И у нас их стало 17. По поводу зажигалки. У нас есть зажигалка. Как вы видите, она пока без описания. Количество 1. Мы можем ее, опять же, просто выбросить. Когда предмета в инвентаре нету вообще, он просто из инвентаря полностью пропадает. Как вы видите, например, с зажигалкой. У нашего персонажа нету денег, поэтому деньги в меню не отображаются. Также, когда, к примеру, деньги тратятся, то над мини-картой, точнее над радаром слева, вы увидите соответствующее оповещение в виде картинки денег и сколько, соответственно, минус или плюс этих денег вы получили или потеряли, соответственно. Теперь давайте же рассмотрим систему с меню игрока. Она вызывается с помощью клавиши M. Как вы видите, здесь есть информация, подсказки, помощь и правила. В информации, соответственно, рассказывается о том, что вообще из себя представляет сервер Rolly Game Online. В подсказках вы можете узнать, почитать, посмотреть пару как бы советов, что нужно делать в первую очередь, куда можно отправиться работать, где не нужна для этого лицензия на работу, где нужна. В помощи будут заполняться по мере добавления кнопки действия, то есть, к примеру, для открытия инвентаря используйте кнопку Home, для взаимодействия используйте кнопку E. То есть, соответственно, мы будем с помощью кнопки E взаимодействовать с окружающим миром. К примеру, подойти там сзади к машине, нажать кнопку E, и вы откроете багажник. Нажмете E повторно, вы закроете багажник. К примеру, взаимодействовать с ботами, там, завести с ними разговор или вообще любое действие на сервере будет происходить с помощью клавиши E. И, соответственно, последний пункт – это правила. Здесь как бы указаны общие правила для сервера. То есть, знаете, типа как заветы «не убей», «не укради» и так далее. То есть реклама запрещена, оскорбление запрещено. Все-таки мы с вами цивилизованные люди, нам не по 10 лет, поэтому нужно держать свои эмоции при себе. А на этом все, что я хотел сказать в этом видео. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте по поводу разработки сервера. Также подписывайтесь на мою группу. Я специально ее сделал для своих подписчиков, хоть их и немного, но я своих подписчиков люблю. Поэтому, ребята, заходите в группу, будем с вами там общаться, будем
друг другу кидать какую-нибудь интересную музыку, картинки и так далее. Всем спасибо, с вами был Росси. До скорых встреч, ребята. Всем пока.